Как человек из Донецка, Юрий Григорьевич Михайлович, также. Мы прекрасно знаем, как, например, как Восточная Украина относилась к вопросу НАТО, и в марте, в апреле, когда мы выходили на, там, на пророссийские митинги и спрашивали людей, это было просто как красная тряпка. Сейчас эти же самые люди кричат, мы хотим в НАТО, потому что мы видим, что это как один из способов защиты и возврата данных территорий. Я был на встрече с Байденом, и ему задали мои коллеги-депутаты вопрос, примут Украину в НАТО или нет? Закрыта ли дверь или нет? Он говорит, дверь в НАТО открыта, если вы хотите и если вы достигнете этих критериев.